На Харківщині готові прихистити 2500 біженців зі Сходу. Люди не тільки їдуть у безпечніші регіони, але й ризикуючи життям ідуть пішки. Ну и под Киевом поселили очередную порцию беженцев. Что довело людей до побега из дома и как они устроились в новых жилищах? На разведку поехала наша участливая Катя Сенченко. Абзац в Димере. Собирайтесь. Берите с собой только самое важное. Собирайтесь. Вам нашли водителя, готового рискнуть жизнью и подкинуть до железнодорожной станции. Собирайтесь! Другого шанса покинуть город, может, уже и не будет. Собирайтесь. И молитесь, чтобы вас не развернули и не ограбили на блокпостах. Расстреляны школы, садики, больница детская нет уже у нас, училище, техникума нету. Хлебзавод у нас уже не работает. Закапывают трупы у нас на кладбище, под кладбищами, копают ямы бульдозером, это все выгружают, телосложение, как говорится, и просто закопали, без опознавательных знаков. Ольга рассказывает мне о родном Славянске. Просила лицо не показывать. Говорит, боится за близких, оставшихся там. Она вместе с детьми покинула свой город в день выборов. Тогда было затишье. Еще работает трасса вот на Харьков, немножечко туда и вывозит. На Донецк это более опасно, потому что там стреляют впереди. Выезжаешь, впереди начинает. Бежали вслепую, в надежде найти укрытие хоть где-то. Это общежитие Великой Дымерки в Киевской области. Сегодня здесь живут 150 человек, из которых треть – дети. Чем то вы проживаете и находятся? Шесть людей, как вы вам видите. Трое вагитных женов. Мы скоро будем мати поповнення уже. А может и на днях, а может и на обиду. Все они приехали сюда из родных земель в поисках мира. А ты откуда? Я из Крыма, из Симферополя. Понятно. А ты откуда? Я из Крыма. Как? А я славянка. А ты откуда? Сегодня дети готовят поздравления девочки Даши из Донецкой области. У нее день рождения. Рисуют на бумажных салфетках. Дружно делят краски и кисточки. Последний штрих. Красота. Правда, именинницы пока нет дома, но я думаю, вечером ее ждет приятный сюрприз. Малыши много играют и на улице. Правда, детской площадки тут нет. Поэтому Кирилл, Леша и Сашенька готовят обед. Смотрите-ка! О! Какое пюре у нас! Пюре! Так, кого вам угощать пюре? Будешь такое пюре кушать? Нет? Вот, дядю. Дядю? Дядя, будешь пюре кушать? Нет? Родители рассказали мне, что малыши понемногу приходят в себя после пережитых ужасов, но они все равно очень нуждаются в медсестре и детском психологе. Будут кушать, интересно, нет? Может, еще добавочки попросят? Что-то тефтели такие вкусные. Так это гости замешивали. С нового канала приехали помогать. Хотя моя помощь здесь и не сильно нужна. Валентина с подругой сами отлично справляются. Вот на обед будет борщ тефтели, а на ужин овощной рагу с мясом. Все продукты приносят волонтеры. Милиция, прямо скажем, содействует сепаратистам. Потому что, когда въезжают в город машины, вот говорят, там милиция там против. Въезжали в город россияне с оружием, колонну автомобилей сопровождала машина ГАИ с мигалками. А оружие раздают все бывшие работники милиции. Милиция на последнем, когда был митинг «Единая Украина», милиция просто раздавала оружие сепаратистам. Самое обидное, что просто вот эти милиционеры, они продолжают получать зарплату из бюджета Украины. Впечатление, что попали в капкан. Именно так описывают мне происходящее в родных местах люди, теперь живущие здесь. Автоматами заходят в автобусы, в машины. Вот, спрашивают, бандеровцы есть в автобусе? Нормально? Боже. Вот так и спрашивают. Люди все сидят, молчат, конечно. Если увидят флажок в автобусе у водителя, то же самое, наставляют дуло автомата на водителя и требуют снять эти флажки украинские. У Татьяны есть кровать. Здесь это роскошь. Многие беженцы не имеют и этого. Спят на матрасах и плотных одеялах. Какие милые! Боже! Посмотрите, какая красота!
Татьяна вяжет детские вещи, головные уборы, салфетки. Собирается ехать в Киев и продавать свои изделия, чтобы заработать хоть что-то. Работа нужна всем. Меня очень попросили рассказать, что тут живут люди разных профессий. Обратите внимание на этот список, если можете помочь в трудоустройстве маляра, штукатура, сварщика, слесаря, водителя, юриста, эколога, секретаря, кондитера или повара восточной кухни. Я хочу звернутися до Київського міського казначейства. Проявіть милосердя, проплатіть ті маленькі кошти, які виділив Красний Хрест, 20 тисяч. Тому що ці гроші конче потрібні цим людям, які сьогодні прибули. Никто, кроме волонтеров и благотворительных организаций, не помогает живущим здесь людям с восточных областей. Ведь в отличие от крымчан, они не признаны беженцами. Фактически люди брошены на произвол судьбы. И там жить нельзя, и здесь им никакой помощи нет. Но даже если их заметит государство, при любой поддержке бежавшие люди больше всего мечтают об одном. Каким вы видите возвращение домой? Главное, чтобы не было войны. Мы все хотим, мечтаем вернуться домой и заниматься своим любимым делом. Вот. Но когда стреляют, когда убивают и страшно выйти на улицу, это ужасно. Никто не хочет умирать. Ми в свою чергу сподіваємося, що всі вони повернуться у мирну додому і буде всіх мир. А тим часом новий канал оголошує збирання допомоги для втікачів зі Сходу. У них є що їсти, але ніде спати. Потрібні будь-які меблі, матраци, постільна білизна. Приносите все нам на новий канал. І ви переконаєтесь, Катя відвезе переселенцям і вони подякують вам на камеру. Ну, у нас же есть возможность, у нас же есть операторы, которые все это снимут и покажут. Не то, что, знаете, там чиновники свои мутят темные делишки, просят денег, а потом непонятно, куда они деваются. У нас все, вы прислали, мы отнесли и все сняли это на камеру.